eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Еще раз всем привет, друзья! С вами по-прежнему студия Castle TV, и мы наблюдаем за последними матчами Star Series Season 9, онлайн-часть, и на этот раз Кики против Клан Мистик. Для Мистиков на этом сезон будет закончен, а вот для Киков останется еще один матч напоследок. Это будет заруба против Тузов, которая будет буквально сразу же после этого матча. Ровным счетом, как Кики, так и Aces уже давным-давно лишились шансов на выход на следующий сезон Star Series. На 10-й сезон, если быть точным. Ну и, собственно, просто напоследок постараются хоть немного порадовать своих фанатов и болельщиков. Для этого им надо устроить действительно плотную зарубку, чтобы об этих командах у нас остались действительно красочные воспоминания. Ну вот, статистика Тузов, конечно, очень красочна. А давайте, наверное, посмотрим еще разок, что там у парней. 14 игр. Две победы. Одна победа над GamePub, которая была засчитана техническим образом, потому что GamePub снялись с нашего турнира, ну и, собственно, покинули Star Series. Вторая победа была над Куражами. Нежданно-негаданно Куражи потеряли очки в матче, казалось бы, с принципиальным соперником. И для всех это стало, наверное, нежданчиком. Что дальше? Дальше 0 ничьих и 12 поражений. Разница в раундах минус 100. Это действительно стоит уважения. В минус 100 точку давненько у нас так вот никто не вылетал. Ну, на самом деле, надо посмотреть вообще, что там по сезонам. Но такое вот ровное количество, это, конечно же, жестко, жестко. Минус 100 раундов. Это говорит о том, что парни проигрывали практически все игры без какой-то достойной борьбы. Ну вот смотрю, в 8-м сезоне были парни из Моу. Это датская команда. Вот было у них минус 86. У Тузов уже минус 100, и парни еще имеют шанс ухудшить свои результаты. Ну, не будем о плохом. Давайте, наверное, все-таки сосредоточимся на матче команд Kick и Клан Мистик. Knife Round и Side Pick прямо сейчас на ваших экранах. Карта по-прежнему Inferno. Сегодня уже второй Inferno. Буквально минут 15 назад Клан Мистик обыграли онлайн-ботс именно на этой карте, начав за атаку. Выиграли 10-5. Потом вроде бы эстонцы дали камбэк, но все-таки знак, точнее не знак, а просто уровень мастерства команды Клан Мистик намного выше, чем у эстонских парней, что позволило им довести все это дело до победы в матче и заполучить 3 очка. Что здесь? Здесь точно так же. Клан Мистик проигрывают сайд-пик. Ситуация 1 в 5. SF пытается скрыться от своих преследователей. Забирает Фоксириса. Ну и что же? Будет бегать до конца и мучит нас. SF, успокойся, помилуй. Помилуй нас. Ну вот, наконец. Посмотрите, что творит SF. Ну вот уже как минимум двоих забрал. Продолжает скрываться от своих преследователей. Это действительно веселая каточка. Ну и это уже даже напрягает португальцев. Итак, SF
Был близок к третьему минусу Пачико, еще и напоследок Ремена, но этого недостаточно для того, чтобы выбирать сторону, за которую будут начинать команда Клан Мистик. В итоге парням достается атака, и опять-таки же все начинается в атаке у Клан Мистик. Надо набирать как можно больше, но вот португальцы, мне кажется, команда немного в этом плане поинтереснее. На Инферно могут дать бой даже французским Клан Мистикам. Пистолетный раунд начинается, смотрим, что происходит. Ну вот какая-то непонятка. Кьюза Дримс-то заснул на базе и только сейчас начал шевелиться. Эмоушен. А, перестрелка на главке, зачетывал как минимум одного-двоих соперников. Фоксирис получил по голове на банане и чудом скрылся. Ну вот такое вот не совсем хорошее начало для киков, и это может все очень-очень плохо закончиться. Эмоушен в очередной раз зачекал заходящих, точнее, приближающихся к главке игроков команды Клан Мистика. И вот теперь вся надежда на Мутириса. Кеннис забирает Ромена в коврах. Мутирис спалился, при этом минус сделать не удалось. И Кеннис оформляет дубль в матче. Точнее, в раунде. Ну и Кеннис делает уже хитрик. Что же дальше, Кеннис? Неужели ты серьезно настроен сделать эйс? Эйс не дал ему сделать хард, забрав Киоза Дримста. Но вот... Покер точно сделал. Кеннис с пистолеточки. 4 минуса. И как-то все очень просто для команды Клан Мистик. Начало просто богоподобное. Практически без потерь. А точнее, даже без потерь взяли этот раунд французы. Ну и начинают очень-очень уверенно в атаке. Ровным счетом, как это делали и против команды Online Boss. Кья Бенджи будет первый заниматься чеком банана. Как видим, у португальцев нет какого-либо жесткого укрепления, но Фоксирис уже поджал по коврам. Ну, я мне показалось, что пошел он дальше, но на самом деле остановился в самом интересном месте. Тем временем Кья Бенджи на банане забирает Kill the Dreamster. Фоксирис все-таки нарвался на контролящего СФ, ну и французы, ну, спокойно разбираются со сливающими португальцами. В живых остается только Мутирис, и Кеннис готов сделать этот фраг. Хотя нет, получает по голове, и Мутирис его не отпускает. А вот это уже интересно. Мутирис овладел КМом своего оппонента, и теперь с столь опасным девайсом в руках постарается испортить французскую экономику. Или все-таки будет сейвить? Ну вот на самом деле АКМ я бы засейвил. А, что будет делать Мутирис? Ну вот, как видим, занимает такую неоднозначную позицию. Спускается в метро. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тут недалеко есть СФ. СФ и Мутирис. Но Мутирис вроде бы должен первый заметить СФа. Если тот будет проходить по мосту. И СФ. СФ. Так, а что же видит Мутирис? Мутирис ушел под мост. И как раз-таки СФ. Оп-оп. И погибает СФчик. Погибает СФчик, что позволит Мутирису засейвить этот девайс. Этот дорогостоящий девайсик на следующий раунд. И уже в третьем раунде первой половины Клан Мистик, а точнее Кики, постараются взять и переломить ход этого поединка. Что из этого выйдет? Что же из этого выйдет? Ну, давайте смотреть, наверное, за Мутирисом, потому что именно этот парень докупает тяжелый армор. И вот уже тяжелым армором, дымом, флешкой и АКМом в руках постарается удивить команду Клан Мистик. Что делают Клан Мистик? СФ опять-таки же продвигается по коврам все четко. Контролирует поджим из банана и не допускает пока французы никаких ошибок. Так, что тут у португальцев? Укрепление главочки. Ну, здесь все очень даже симпатично, но непрактично. Вряд ли это укрепление даст какие-то плоды, потому что... Сначала заметят одного, потом второго. Вроде бы все это тоже осмыслили португальцы и ушли в более сейвовые позиции. Так, а вот это уже интересно. Неужели пойдут до конца португальцы? Будут заходить в дым. Смотрите, Фоксирис в дыму. Сейчас будет просто громить. Француза врывается в спину, но просто не обладел чешечкой в руках и... Не собрался и не показал достойной стрельбы столь опасного пистолета. Kill the Dreams попадает по голове СФ, но минус сделать не удается, и СФ еще и добивает. В итоге тот самый АКМ, который должен был хоть как-то напрячь команду Клан Мистик в этом раунде, даже не стрельнул ни разу. Ну вот есть 4 выстрела
Ну, вот сами понимаете, вот к этому моменту всего лишь 4 выстрела, я уверен, это были какие-то пули в дым или префайры или еще что-то в этом роде. Короче, АКМ был не реализован ни на процент. Французы сами в шоке, где же делся тот самый девайс, который отобрал Мутирис у Фоксириса в предыдущем раунде. Ну вот Мутирис спалился, точнее. Что я сказал, Фоксирис отобрал? Но если он отобрал его у Фоксириса, это было бы жестко. Но он отобрал его у Кенниса. К вам мести. Будут мстить за то, что не пробились на лан-финалы 9-го сезона Star серии. И первыми, кто будут потерпать от этого плана мести, это португальские кики. Странно, но у Фоксириса в этом раунде не появляется снайперской винтовки. Обычно привыкли мы видеть здесь Фоксириса с ВП. И уже вот как раз таки в этом моменте мог быть оформлен первый фраг. Так, что там происходит? Смотрим. GMX, занятие дома. Все точно так же, как и в предыдущем матче. Клан Мести готовят платформу для атаки и будут заходить. Пока еще непонятно, на какой же, собственно, плент пойдут французы. Но вот бомба, которая валяется в десяточке, говорит о том, что, скорее всего, это решение будет принято на последних секундах. Когда уже вот будет четко понятно, что атака пойдет именно в направлении или А базы, или Б. Так, ну вот, все-таки куда? Кеннис на главочке. Это всегда интересно. Этот парень может сделать open фраг и постарается его оформить и в этом раунде. 40 секунд до конца. До конца этого раунда. И да, атака базы. Как раз таки здесь у нас нет плотного укрепления у киков. И парни будут заходить в ситуации 5-3. Фоксирис есть. Open фраг забирает Киа Бенджи. Прострелы по СФ. Ну и пока дефенс выглядит даже очень уверенно. Эмоушен в дыму, находит Харца, выбивает из того бомбу. Уже 5-3, но Кеннис в библиотеке. 12 секунд до конца, и что-то подсказывает мне, что это будет фейк. Попытка навредить как можно больше экономике команды. Кик. И Кеннис забирает двоих игроков на Б-пунте, которые были и упали в библиотеку. Кеннис напоследок постарался отобрать девайс у РМН, но, как видим, РМН все-таки засейвил. 3-1. Точно так же, как и онлайн-босс-кик, берут первый оружейный раунд первой половины. Если все пойдет по такому же сценарию, то здесь клан Мистик должны брать 4 подряд. Смогут ли это сделать французы? Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Кеннис на главочке. Агрессивная игра, но здесь есть такой же агрессивный Фоксирис. Дым в лицо, и теперь никаких шансов. Просто надо дожидаться, когда закончится дым, и уже тогда выходить на главочку. Но Кеннис принимает совсем другое решение. Зачекал правую сторону, а вот слева заметил Фоксириса и просто без шансов забрал того. Тем временем, выход пойдет на Б-базу, и вот Kill the Dreams готов принять вот в такой вот интересной позиции. Понимает, что не совсем по шансам при этом, при том, что остался один одинешник на Б-пунте, рисковать не стоит, и надо уйти в более сейвовую позицию. Итак, Kill the Dreams. Именно к нему пойдет атака в этом раунде. Смотрим, что же придумает португальский игрок. О-хо-хо, подвоил GMX-а, но тут же, тут как, тут Киа Бенджи не отпускает его, и это позволит занять Б-базу без особых проблем. На хелпе был уже Мутирис, который, собственно, никак не помог своему тиммейту. Так, тот же самый баг, который был вчера. Мутирис кольцом, в котором 20 патронов, стреляет без глушителя, но почему-то не пририсовывается снятый глушак. Мутирис минус СФ. 2-3. Кенни забирает эмоушена, ну и здесь, наверное, ГГшечка для португальцев. Да, Хартс ставит точку в этом раунде. 4-1. И пока все действительно по тому же сценарию, что и в предыдущем матче. Клан Мистик не дают закрепить португальцам успех. Забирают пятый раунд в свою копилку. Точнее, четвертый для них. Но в сумме это был пятый раунд. Просто какая-то зеркалочка у нас намечается. Киа Бенджи на банане. Ой-ой-ой, там такая гранатка залетала. Но Kill the Dreams получил порцию свинца.
через дым идти, а Бенджи его добивает. Да, действительно, вот в таких вот моментах Кикам не хватает стабильности, не хватает действительно каких-то грамотных нашифровок, каких-то красочных выпадов под флешечки, под моменталки. Слишком просто играет португальская команда, что позволяет пока Клан Мистик навязывать свою игру и брать раунд за раундом. Так, СФа все-таки забрали хард, приходит на помощь своему тиммейту, пытается не отдать ему девайс, и у него это получается. У него это получается очень даже спокойно. Киабенджи забирает последнего мутириса. 5-1, и да, будет еще один бай для киков. Не совсем уверенный бай, есть эмоушен с фумасом, с легким армором. У мутириса также нет гранат. Нет, есть гранаты, но нет тяжелого армора. На самом деле, вот такая вот фича, когда ты знаешь, что оппонентов АКМы, каска, в принципе, тебе не пригодится. Потому что АК тот девайс, который в голову убивает с первого патрона, независимо, есть у тебя каска на голове или ее нет. Поэтому только вот против других девайсов есть смысл покупать тяжелые арморы. Тем временем, команда Клан Мистик. Быстро выход на апленты, и, как видим, португальцы также с ним не справляются. Просто без шансов. Разбросали укрепление на базе. Киабенджи забирает килл принцев живых. Только мутирис. Ну и это попытка засейвить девайс на следующий раунд. Слишком как-то безнадежно выглядит португальская команда. Ну вот даже... Ого-го, какой-то подвесончик был, но, слава богу, все окей. И мы продолжаем наблюдать за этим матчем. Сегодня компьютер сам по себе выключает звуки, блокирует микрофон. Что только он не делает, но, короче, ну, надо как-то разбираться. Будем, наверное, его увольнять или менять, или чинить, или лечить братана надо. Потому что то, что он творит, это действительно уму непостижимо. 6-1, Клан Мистик по-прежнему набирает раунды в атаке один за другим, а вот Кикам не удается даже взять второй раунд в защите. И очередной экономический. Экономический у португальцев. Смотрим, что на карте происходит. Пока, опять-таки же, исповедуют тот же стиль французы, что и в матче против команды OnlineBots. Постоянно пытаются занимать бананы и после этого заходить на Б-базу. В очередной раз это получается. Забирают Killdreamsta и Фактириса. А вот с Мутирисом так просто справиться не получится. Мутирис сделал один минус, подобрал АКМ. И вот с этим АКМом уже будет устраивать проблемы для своих оппонентов. Но пока не особо получается. Гранаты одна за другой залетают Мутирису под ноги. Всего лишь 46% на здоровье. И GMX в дыму просто рандомной пули находит голову того самого Мутириса и берет седьмой раунд для команды Клан Мистик. Вот. Вот то самое, чего мы ждали. У Фоксириса появляется снайперская винтовка. Но и в этот же момент Кеннис тоже покупает АВП. Кто же выиграет эту перестрелку? Фоксирис будет действовать агрессивно на банане. Кеннис, в отличие от своего оппонента, будет отстреливать и заниматься вплотную главкой. Ну и Фоксирис... Оу, промазал первый раз. Ну и на этом, наверное, все должно было закончиться для Фоксириса. Да, граната не дает Фоксирису покинуть территорию банана и лишает жизни снайпера команды Кик. Опять-таки же, все очень плохо начинается для Киков. В этом раунде потеряли снайпера, который являлся, наверное, одной из опаснейших боевых единиц. И вот теперь в меньшинстве будут продолжать обороняться. Как этот дефенс будут скрывать фанместики в этом раунде, давайте посмотрим. Два игрока на банане, три под аплентом. Укрепление флентов 2 в 2. Киабенджи и Харс уже заходят на Б-базу. И что здесь будет? Кьюзедрим скрывает Харса, но тем временем развалился аплент. И тут еще даже очень неплохо разменялся Киабенджи. Мутирис дает минус по Киабенджи, но на базе тем временем спокойненько себе устанавливается бомба, и Мутирису в очередной раз ничего не остается, как постараться засейвить свой девайс или тащить. Тащить с невероятным рвением. Но, как видим, СФ эту попытку
прерывает. Итак, 8-1. И вот здесь даже все гораздо хуже, чем в матче против эстонской команды. Эстонцы хоть показывали, что раунд за раундом есть какая-то интрига, есть шансы на победу у эстонцев. Но вот у киков пока эти шансы не прослеживаются. Форсбай от команды Кик. 4 по Масаи и 1 кольт в руках Kill Dreams. Ну, что же придумает этот парень? Французы разыгрались. Французы почувствовали собственную силу, и их вряд ли здесь уже что-то остановит. Интересно, Кеннис ВП первый, кто чекает вот такие вот неудобные позиции. Опа! Есть первый минус. Эмоушена сбривает Кеннис ВП. СФ. Минус Фоксирис. Ну и опять-таки же просто без шансов. Защищается Аплен. Спокойненько себе устанавливается бомба. Кто здесь? Это Мутирис. Мутирис по традиции борется, но этого недостаточно для того, чтобы набирать раунды в защите. Только сопротивление от Мутириса, и на этом португальцы просто провалятся раунд за раундом. Смотрим на статистику, потому что даже мне уже стало интересно. Мутирис 8 фрагов, 0 ассистов и 8 смертей. За 10 сыгранных раундов Мутирис выжил в двух. Наверное, в том самом, в котором португальцы взяли единственное очко пока на данный момент. Ну и вот тот самый раунд, когда Мутирис засейвил АКМ, подобранный после убийства Кенниса. А вот тиммейты выглядят просто ужасно. Сегодня 3 фрага у Emotion, 2 фрага у Kill Dreams, 2 фрага у Фоксириста и 2 фрага у RMN. Действительно, провал. Провал от команды Kick. Никак, парни, не приукрасят свое турнирное положение. Хотя бы добавили 3 очка, чтобы хоть как-то отличаться от команд аутсайдеров. Напомню, из всех 4 команд, которые покинут 9-й сезон Star серия или просто Star серию, у всех пока на данный момент. У Куражей 8 очей, у Киков 8 очей, у Aces 6. И вот как раз-таки в личной встрече Aces могут обогнать Киков, но это, к сожалению, уже никак не повлияет на их вылет или сохранение места в Star серии. Так, а тем временем португальцы на Эко решили побороться. Забрали Кенниса и Сефа. Ситуация 4 в 3. У Фоксириса есть АКМ. И вот с этим АК Фоксирис постарается взять второй раунд для португальской команды. Так, ну вот Абазу отдали. О-хо-хо-хо-хо. Как же по голове получает Фоксирис и падает единственный девайс. РМН поднимает тот самый АК. Тот самый невезучий АК, который не удалось реализовать Фоксирису. Но вот РМН, в отличие от своего тиммейта, воспользовался девайсом, забрал жидки, а Бенджи продолжает запрягать. Ой-ой-ой, какой хедшот, падает GMX, докузов нет, надо просто как можно жить дольше. Хардс! Ой-ой-ой, на грани срыва был Хардс. Ну, на самом деле, даже вот если бы забрал Хардса, то, скорее всего, бомбу раздефузить не успевал португальский игрок, что, собственно, равнялось бы тому самому результату. 10-1. По-прежнему клан Мистик не отдали больше одного раунда кикам в защите. У Фоксириса есть снайперская винтовка. Опять-таки же на Б-базу отправляется Фоксирис и на банане постарается расправиться с Кеннисом. Кто кого? Фоксирис. Ну вот на этот раз более удачно открывается, забирает Киа Бенджи. Выводит свою команду в численное преимущество. Но вот насколько хватит киков, мы сейчас с вами узнаем. Kill Dreams оставляют одного на Б-пленте, укрепляют А-базу и вот постараются сыграть агрессивно. Ну вот что это за флешка, под которую абсолютно никто не выходит. Кеннис сбривает Мутириса. Здесь есть еще Фоксирис с АВП, который готов дать ответный минус. Или все-таки Кеннис оформит дубль в этом раунде. Кеннис срывается на главку, но тут, как тут, РМН сбривает его. РМН второй минус. Забирает жизнь GMX, ну и теперь вся надежда только на SF и Хардса. Как ни странно, но парни находятся в абсолютно разных позициях. Хардс на банане, SF в доме, при том, что у Хардса бомба. SF-у надо идти на помощь своему тиммейту и как-то помогать ему. SF на главке замечает, точнее, в больших песках замечает ему уши на плотно попадает, оставляет 34% здоровья. Тем временем Хардс начинает свой заход на Б-базу и кил
Dreams готов сделать минус. С горем пополам забирает капитана команды Клан Мистик. Один СФ против четырех португальских игроков. 11 секунд до конца, СФ. Ну вот непонятно, зачем идет СФ, хотя с другой стороны все даже очень понятно. Слишком много денег у команды Клан Мистик. Но в последний момент передумал и пал от рук Ирмена. Второй раунд для киков. Ну вот наконец-то сумели прервать победную серию. Сколько же раундов она составляла? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раундов подряд брали Клан Мистик в атаке. И только вот на 12-м раунде кики умудрились остановить вот эту победоносную серию раундов от команды Клан Мистик. Итак, Фоксирис опять-таки же на веб будет делать ВП. И что будет на этот раз? То же самое, но Геобенджи не отпускает. Тут как тут есть Кеннис. Вот что это такое? Kill the Dreams. Ошибка на ровном месте. Здесь есть еще... Кто же это? Это Мутирис или Emotion? Так, надо посмотреть. Где же ты? Где же ты, братан? Это Мутирис. Все-таки Мутирис. Тем временем, Мирмен на главке. Минус ДМХ. Будет ли второй минус? Да, должен быть. Сбривает все-таки Сефа. И выводит свою команду в численное преимущество. В этом раунде. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то интересное. Что-то интересное намечается. РМН. Где же ты? Вот такая позиция у РМНа, и он готов сделать третий минус в этом раунде. РМН или Кеннис? Кеннис грамотно зачекал, выставляет красным РМНа. Идет до конца Кеннис. Ну вот просто мега грамотно вышел. Нестандартно, полуприсел. И вот застал РМНа врасплох. Теперь надежда киков только на Мутириса. Мутирису залетает флешка в лицо. Ой-ой-ой-ой. И Кеннис оформляет третий минус в этом раунде. Бомба установлена за 15 секунд до окончания. Ну и Кеннис в шаге от четвертого минуса. Эмоушена не перестрелял, но оставил красным. И это легкая добыча для Геобенджи. Если, конечно, Геобенджи не ошибется. Но как тут ошибиться, если вот так просто выходит красный эмоушен на прицел французскому игроку, что, собственно, гарантирует французам 11-й раунд в первой половине и крах экономики португальцев к концу этой встречи. Нашкрябали парни на бай, но проиграв его, это будет просто кураж бомбей какой-то. 13-2. Вот такой будет счет, если кики проиграют сейчас этот раунд. Абсолютно никакого сопротивления от португальцев в этом матче мы пока не заметили. И вот надеюсь на очень ровную игру в матче киков против Aces. Вот этот матч, на самом деле, мне кажется, двух пока равных команд. Обе являются аутсайдерами в рамках 9-го сезона Star серии. И вот обе должны решить, кто же все-таки сильнее. То ли Aces, то ли Kick. Ну вот видим, здесь пока все опять-таки просто без шансов для португальцев. Ситуация 4 в 2. Бомба стоит на пленте. Мутирис борется до последнего. Но вот с Харсом не справляется. В итоге Kill Dreams один против троих. И это верная смерть. Верная смерть от капитана команды Клан Мистик. 12-2. Смотрим еще раз на статистику перед окончанием первой половины. Да, ну вот РМН немного подсобрался. Догнал практически Мутириса. Точно так же подсобрался Фокс. А вот у Emotion и Kill Dreams пока игра по-прежнему не идет. Не идет, что поделать. И на последний раунд у португальцев абсолютно нет денег. 5 пистолетов, 2 чешки, 3 дигла. И что-то интересное сейчас будем наблюдать. А может быть и вообще ничего интересного здесь и не увидим. Фоксирис. Есть первый минус, сбивает Геобенджи. Но здесь просто без шансов. Кеннис и GMX продавили португальцы, ой-ой-ой, куда пошел GMX? Это врыв, просто брызпаун. GMX взрывает Мутириса, в живых только Emotion. Emotion сделать ли хотя бы минус? Есть. Есть один минус дигла, сбривает Кеннеса. Но дальше опять-таки же выступает GMX. Но который не собрался до конца, оставил красным точнее Emotion. И Харс добил его. 13-2. Счет первой половины и пистолетный раунд. Если берет команда Клан Мистик, то здесь будет просто без шансов для португальцев. И уже будут собираться на матч против киков. Точнее, не против киков, а против Aces.
против тех самых Aces, которые пока выглядят точно так же неуверенно. 22 фрага от Кенниса, 3 ассиста, 9 смертей, 2 MVP. Вот такая статистика фраг-лидера команды Clan Mystic, что, собственно, и позволило разгромить киков в первой половине за сторону атаки. Напомню, это предпоследний матч онлайн-части Star Series Season 9. Последний будет самый-самый-самый-самый-самый интересный, наверное, который только мог быть в рамках CSGO Global Offensive. Это заруба аутсайдеров. Кик против Aces. Кто же все-таки дно? Дно Star серии. За учетом, конечно же, команды GamePub, которая снялась. Кто же будет последним? Вот как раз-таки в очной встрече у Aces есть шанс оставить киков позади. Точно так же, хотя бы вот для того, чтобы Aces опередить своих оппонентов, им надо выигрывать. Только победа выпустит их вперед, а вот португальцев устроит и ничейный результат. И они сохранят предпоследнее место в турнирной таблице. Ну вот, пока хорошее начало для португальцев. По крайней мере, в пистолетном раунде упал Киа Бенджи. Что там вообще происходит? Пока какая-то каша... В плане тактического раунда. Кенниус, какой бэкшот по Фоксирису. Ой-ой-ой. Еще один просто головошот. Падает Мутирис. Кики заходят на Б-базу. Ну и кто же здесь у нас их будет принимать? Кто-то стоит на Б-базе. Это СФ. Где же ТСФчик? СФчик, СФчик. Вот он, СФ. А, наконец-то нашел я кнопочку 7. Забрал Килдримса. Ну и Кенниус делает третий минус в этом раунде, что, собственно, ставит все точки над «и» о том, что камбэка в этом матче мы с вами не увидим. Clan Mystic просто за вот сколько прошло времени. Вот мы начали, если я не ошибаюсь, где-то в минут 10-12, и матч сыграли за 25 минут понадобилось Clan Mystic, чтобы обыграть киков на карте Inferno. При том, что парни начинали в атаке. Но это вообще уму непостижимо. Опа-опа. Португальцы-то не сдаются. Фоксирис и Килдримс делают по минусу. При этом ситуация равная. 3 в 3. Киа Бенджи пойдет до конца, жмет банан и готов где-то здесь разобраться с португальцами. Опа-опа. Еще один минус от Мутириса. В живых только Хартс и только капитан сможет не отдать этот тек-раунд. Но все-таки... Этого не произошло. Португальцы берут экономический раунд и начало камбэка. Боже, как это прискорбно. Унылая игра от португальцев, и только вот такой вот сумбурный экономический раунд позволил им взять третий раунд против команды Clan Mystic. Так, ну вот, минус от Кенниса — это всегда хорошо. Мутирис просто на морозе будет выходить сам с ковровые харцы и наказывает второго португальца. Вот так вот и надо действовать. Есть уже один девайс. Харц подобрал АКМ на коврах. Остается по-прежнему на базе. Ну а тем временем заход будет на Б. И здесь как раз-таки засада от команды Clan Mystic. Ой-ой-ой! Просто за считанные секунды упали португальцы. РМН один против троих. Расправляется с СФом. 1 в 2. 48 секунд. Бомбы на руках нет. Бомбу надо подбирать. Кенис не спешит умирать. Все правильно делает Кенис. Кенис, нельзя умирать. Надо дождаться капитана Кенису. О-хо-хо-хо-хо. Чуть ли не привел РМНа прям к Харцу, который мог словить какую-то рандомную пулю. РМН будет заходить респаун. РМН! Ну вот ошибка от команды Clan Mystic. И РМН в ситуации 1-2 все-таки выигрывает этот раунд и берет четвертый для португальцев в этом матче. Еще один экономический для Clan Mystic.
Ковра. Kill Dreams. Первый минус. Сбивает Хардса. Ну вот, какой-то полусумбурный такой вот поджимчик от французов. На самом деле парни пытаются уже как можно быстрее слиться на экономических, ну а уже потом на девайсах поставить точку. Жирнейшую точку в рамках 9-го сезона Star серии онлайн-части. Ну вот, конечно же, самое интересное осталось напоследок. У нас будут просто шикарные финалы. Жалко, что, конечно, команды с СНГ не попали в список участников финальной части. Ну и от этого, на самом деле, не знаю, мы что-то потеряли, но и что-то приобрели. У нас две шведские команды, NIP и Fnatic. У нас Титаны и Поляки. У нас, на самом деле, очень-очень сильный состав участников финальной части Star серии 9 сезона. Пара полуфиналистов. Это NIP против Virtus.pro и Fnatic против Титанов. Зарубы будут невероятные. Все это, конечно же, в рамках BO3. Кеннис ВП открывает счет фрагом в этом матче. Сбивает на главке Emotion'а. Португальцы дальше продолжают идти в дым. Кеннис. Второй минус. Будет ли третий? Кеннис. Есть третий. Кеннис. Давай. Иди. Четвертый минус от Кенниса. В живых только мутирится. И это просто без шансов. Кеннис берет 15-й раунд для команды Клан Мистик и тем самым зарабатывает 10 матч-поинтов для своей команды. Все, что надо было Кеннису, это просто постреляться на главке. Португальцы сделали все, чтобы проиграть этот раунд как можно быстрее. Просто на морозе бежали в дым. Что это за раунд от команды, которая является участником Star серии? Фоксирис. Будут бороться португальцы. На банане забирает Киа Бенжи. Кеннис практически на вскидочку попал. По эмоушн. Так, а это был эмоушн или нет? Если это был эмоушн, то попал. Но если это был кто-то другой, нет, это был Kill Dreams. Опа, опа, опача. SF выходит в дыму. Находит Kill Dreams. На Б-пунте есть еще GMX. Ну и он как раз-таки постарается не запустить португальцев на Б-базу. Какой-то непонятный свич, 25 патронов, и решил пострелять в пистолет. Ну вот, не всегда понимаю я вот такие решения. GMX дыму находит Emotion'а, 3 в 3. Выбивание Клан Мистик у Кенниса. Есть ВП, ой-ой-ой, Мутириса спалили, Кеннис не попадает. И это ошибка. Ошибка от снайпера команды Клан Мистик. И это позволит португальцам отыграть первый матч-поинт. GMX, один против троих, и Мутирис ставит точку в этом раунде. 9 матч-поинтов по-прежнему у Клан Мистик. Будет ли бай, или все-таки будут экономически проводить? У четверых игроков есть девайсы, но это будет эко. Понимают французы, что слишком большой у них запас раундов, и не стоит торопиться. Лучше слить один и уже в следующем раунде закончить мучение португальской команды. СФ на банане. О-о-о-о! Гошеньки! Как развалил, но Kill the Dreams точно так же в ответ дает 2 минуса. Ситуация 3 в 3. Но здесь, скорее всего, точно так же все будет понятно, потому что Б-база взята под контроль португальской командой. Бомба установлена. У Клан Мистик нет девайсов. И как выбивать в такой ситуации, к сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Но посмотрим, что же придумает Клан Мистик. РМН на банане сбривает Кенниса. 2 в 3. GMX с диглом, нет диффузов, нет ни гранат, ничего. Ну, здесь задача, хотя не знаю, какая здесь задача может быть для команды Kick. Каждый раунд последний. То, что заберут девайсы Клан Мистики в этом раунде у португальцев, никак не повлияет на следующий и, может быть, еще один раунд для португальцев. GMX сбивает Kill Dreams. Хард забирает Мутириса, но, опять-таки же повторяюсь, с деньгами у португальцев нельзя сказать, что все просто шикарно, но на бай у них точно будет. Ну и на экономику нельзя повлиять никак, только вот надо взять раунд. А любой взятый раунд команды Клан Мистик, это равняется поражением для киков. Собственно, здесь тупик, поэтому надо просто взять тот самый один недостающий раунд. Итак, у Кенниса появляется снайперская винтовка, у Киа Бенжи также АВП. Кеннис на этот раз идет отстреливать второй мидл. Кеннис. Оу, синхронный выстрел. Просто на банане и
на ложном медле. За секунду упали два португальца. Фоксирис, ой-ой-ой, вот это ответ от снайпера команды Кик. Два минуса, и уже ситуация 3-3. На Б-базу спешит Фоксирис, постарается ее занять GMX. Постарается не дать этого сделать. Посмотрим, что из этого получится. Фоксирис, третий минус. СВП и португальцы будут заходить на пустую А-базу. Или все-таки не на пустую. Хартс. Послушаем, что же у Хартса в наушниках. Хартс. Опача. Ну вот, бомба стоит. Фоксирис готов сделать четвертый минус в этом раунде. Хартс просто находит на прицел. И теперь только Кеннис. Только Кеннис может что-то изменить в этом раунде. Но Кеннис уже уходит на сейв. И достойный ответ от Фоксириса. Кеннис сделал эйс, тем самым взял ничью для своей команды. А вот Фоксирис сделал 4 минуса в ситуации 3-5 и отыграл очередной матч-поинт для португальской команды. Да, вот такие вот дела. Не хотят португальцы сдаваться без боя. Все-таки говорят, что мы не такая проходная команда, и мы хотим взять точно так же, как это сделали онлайн-бот 10 раундов против команды Клан Мистик. Ну что же, АВП Кенниса — это единственный девайс для команды Клан Мистик в этом раунде. Что придумает Кеннис? Давайте смотреть. О, как обидно, попадает по ноге Эмоушена, граната вслед. Главное не подорвать тиммейта, но вот кто-то побежал из французов в ковры, и это может быть очень крупная ошибка. GMX проигрывает перестрелку Мутирису. Что тем временем делает Кеннис и что вообще придумали португальцы? Смотрим на карту. После того, как парни, казалось бы, массово намеревались проходить по коврам, но сейчас передумали и будут проверять на прочность Б-базу, на которой расположился, конечно же, Кио Бенджи. Вот такая вот неведомая позиция и провал. Кио Дрим сбивает СФ и Кио Бенджи. Б-база взята под контроль португальской команды. И только Кеннис сможет сделать хоть минус в этом раунде. Ау, второй выстрел снайпера команды Клан Мистик и второй расстрел. Минус 80% здоровья по Эмоушену и минус 63 по Килдримсту. Кеннису надо сейвить его поя, но этого Мутири сделать не дает. Сколько матч-поинтов уже отыграли? 4 матч-поинта отыграны командой Кик, и парни серьезно настроены дать камбэк в этом матче. Да, вот так вот. Тот самый матч, который должен был закончиться с разгромным счетом, уже идет все к такому так называемому close game. Так, ну вот наконец-то, по-моему, Клан Мистик поняли, что шутки плохи, и здесь действительно стоит что-то менять. Вот такая вот гиперагрессивная игра за дефенс пока не приносила им плоды, и вот теперь парни решили перестроиться и более сейвово отыграть этот раунд. Фоксирис с АВП в руках пытается зачекать игроков на бэплинте, ну и бегут отсюда массово португальцы, будут заходить на А-базу. Как это будут делать? Ну, под раскидочку, все четко. Кеннис. Давайте посмотрим, что же придумает здесь тот самый грозный француз Кеннис. Но это провал. Кенниса чудом отпускают. ДСФ тем временем сбривает Фоксириса на Б-пунте. И вот теперь надежда только на GMX в больших песках, которого просто окружают. Но GMX как сопротивляются, борется как лев. Сбивает Kill Dreams и Airman. Кеннис минус Emotion, живых только Мутирис, и это ГГ. 16-9, Кик не дотянули один раунд до результата команды Online Bots, и теперь готовы сразиться с тузами. На самом деле, напоследок показали, что не такая уже простая команда Кик, и тузам будет ой как непросто в этом матче. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза, и где-то через минут 5-10 мы начнем последний
матч в рамках онлайн-части 9-го сезона Star Series. Далеко не разбегайтесь, я скоро вернусь.